Открытие фестиваля предваряла выставка предметов декорирования. Милые штучки, бусы, заколки, булавки, браслеты, ожерелья, серьги и другие аксессуары радовали женский глаз в ожидании основного действа – дефиле в костюмах по северной моде. Мастера народного искусства тщательно готовились к показам после длительного в 6 лет перерыва после первого подобного конкурса. Очень хочется, чтобы зрители, посмотрев костюмы наших коллекционеров, наших модельеров, любителей, захотели шить что-то для себя, сами, своими руками, или заказать хорошему мастеру. И чтобы, глядя на этот костюм, любой мог бы сказать: да, это костюм русского севера. По замыслу организаторов, фестиваль должен вызвать интерес у жителей Архангельска к этой теме – народный костюм русского севера, чтобы он жил и сегодня. Конечно, молодежь не будет ходить в сарафанах 19 века, но может позаимствовать традиции шитья, элементы старинного кроя или орнамента. И еще как может. Коллектив Онежского театра моды «Золушка» представил на фестиваль две коллекции одежды, стилизованных в народном стиле – «Полярная ночь» и «Зимушка-зима». Мы видим, как вызывает большой интерес народный костюм, и мы также стали очень с интересом работать в этой теме. Насколько велик интерес, свидетельствует число конкурсантов. Со всей области в Архангельск съехалось 150 участников. Молодежь, подростки, школьники, дома детского творчества, театры моды, учреждения культуры, которые были представлены различными творческими коллективами. Зрелище получилось ярким и красочным. А завершился фестиваль в воскресенье гала-концертом. Виктор Кузнецов, Алекс Ширяев, «Панорама Севера».